Рекомендуемое. Просто даже можно сделать так, чтобы мы между собой по приколу пострелялись. А, арена еще есть. Блин, тут просто дофига всяких режимов. Тут определенно покруче, чем Apex. Ну да. Ну Апекс такая, чисто, блядь, трайхард нахуй. Тут прям все для тебя есть вообще. Ты по-любому что-то свое найдешь. И поиск, в принципе, везде нормальный. Апекс, кстати, разминки нету. Во всех других, по-моему, есть играх. Да. Хайперскейпе есть, в колде есть. Ну это видишь, это при лобби, типа, пока идет отбор, чтобы не висеть в лобби, они сделали такую хуйню. А в Апексе ты персонажа выбираешь? Ну, как бы можно и понять, в Апексе стрельбище есть. Ты там можешь потренироваться. Так же, как и по факту в разминке ты разминаешься. А в Хайперскейпе там есть и разминка, и стрельбище, и дезматч на несколько минут. И обычная эти королевская битва. Дэнчик готов, кстати. Дэнчик. Дезматч они сделали, чтобы народ хотели как-то заставить играть. Просто единственное, что я тренировался по факту в обычных играх, то есть пристреливался я в Апексе, допустим, пристреливался в стрельбище. А здесь так нельзя, Да. здесь только в играх. Хотя, может быть, и здесь какое-то стрельбище есть, мы просто тут Там же дофига есть всего. все. Я не Там есть смотрел этот дезматча. момент. Не дознаешь там вот этот какой, как там, блядь, какой-то Творческий режим есть режим. справа. Творческий Творческий режим. режим. А, ну да, так что там можно. Эмоций здесь куча. Всего куча. Мне нравится. Просто я раньше так долго в него играл, мне немного надоело. И не было команды, с которой играть можно было. Что, Джокер ебаный нахуй? По нас. Прям вот сейчас покажу, куда. Сюда Вниз? вот. Да. Да. Я вот это здание всегда летаю на этой локации, вот в это. Я соседний выбрал, смотри. Блять, ну вот это долгое приземление, это просто трэш. Ну, привыкай, чё. Когда на батуте прыгаешь, тебе наоборот надо, чтобы оно вот так и приземлялось. Тут надо, короче, раскрываться на... Ой, батут нашел. Чем ниже локация, Почти тем... толкнул. Да. А ну хп просто вот за этим забором, чел. Че происходит? А я ищу себе лут. А, у меня люди, забей. Да прыгни на. Это мне кто-то Минус помогает. один. Подробовик. Да, как из инвентаря выйти, я забываю постоянно. Наверх. На кружочек. Блять, я этому телефону въебу сейчас, он заебал звонить, блять. Я думаю, по ему телефону. У меня, ебать. Иду. Ну я не знаю, они просто АФК какие-то люди, блять. У меня еще один. Не, А, забей. потряси его. А я убил Сарен. А ты смотри, такого этого не выстрели, нахуй. Да, Который базарит. там потом бегать и долго будешь от него. Заебешься И его нахуй убивать его тоже долго, у убивать. него где-то 500 хп, блять, что-то вроде этого.
задание. Добро пожаловать в какую-то турель. Пожертвовать. Да, Ощь. Щитов ну, просто. Баб. Здесь два стака щитов дали, ребят. Я скинул шестеро вам. Угу. Еще один. Ну я дофига золота потратил на эту хрень. А что щиты берете, да? Я забрал. Че, ждем, пока за баннерами придут эти дебилы? Или че? Надо убрать подлутаться. Ну я материалы пока все фармлю. Кому вы скинули для ППХ патроны? Скинуть кому-нибудь? Ну, можно мне. 36 вот скинул. Вот еще. Блять. Блин, чё-то. А, вот тачка. Граната надо кому-нибудь? Блин. Наверное, я возьму сам. Чё-то, блядь, гранаты меня вообще нет. Здесь не устраивают. Да, меня не заходят, но типа у меня сейчас место вот есть, я по приколу просто беру. Но тут гранаты, да, к ним придрачиваться надо, конечно. Чё, у меня чел? Да. Далеко ушел, сейчас иду. Ну он вообще ПК какой-то любит. Он просто... Он пострелял по мне немного, пошел лутаться. Просто гений. А вот там еще один. Далеко-далеко. Бля, у меня штурмовок нет. Потому что... У меня ФМС. Я на дальняк не могу. Так, а что тут материалы есть? Самое прочное это железо, правильно? Да, ну, да. Это не я смотрю. Это зря можно. О, наверху строится, да? Это я построился. Почему ты внизу? А, чего? Это ты внизу. Ну, он где-то вот тут был. Даже мне кажется, он где-то тут АФК стоит. Я иногда, когда вижу плавающих рыб, я думаю, это люди плывут и начинают стрелять по ним обычно. Блять, не знаю. Этих рыб нормальная тема брать, они всегда брони. Есть тачка, кстати, спортивная, классная очень. Опа, пистолет-пулемет никто не хочет? У меня такой-только золотой. Знаете, тогда патроны вам рядом скинул с этим фиолетным. Здесь гранаты, они очень ситуативные, то есть не как в Apex. Я просто из стороны в сторону. Бэнг, 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 нахуй. Так, люди рядом. Да, рядом. Ага, понял. А, это я думал шаги, а это стреляет, оказывается, блядь, сорян, ребят. Вот они, вот они, снизу. Я еду на тачке один пока, сорян, вот туда. А вот Айвас на посту строится, ребят. Видел. Вот, да. Я не смогу подпускаться, потому что они... Блядь, тут не надо, тут только со снайпами надо так воевать, блядь. Да, я... Минус вот там внизу, вот. Справа, справа, справа стоит, смотрите. Да он так, на хорошо, хорошо, вот еще, вот еще. Около воды. А вот слева, по мосту бежит, по мосту. А, это пес, это пес. Забей, это пес. Вот этот. Под мостом, под мостом. А, под мостом, да. Да, и под мостом тоже есть. Вот еще, вот еще. Одно ХП. Вот здесь. Дэйв! Сука! Застилил опять. А, тут еще попробуй. Ладно, без обид. Да, у меня.
А, все, убил, убил, забей. Да. Фига тут течение а, сильное, конечно. Тоже застилили, блядь. Ну, сорян. Фиолетовый. Ни одного не убил, блядь. Тут большая аптека, ребят, надо? У меня одна есть пока. Фиолетовый дробовик отметил, надо? Давай, 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 давай. Где, где, где? Где мне нужен? Вон, вон, видишь, ползет. Ползет, плывет. О, как раз, да, давай. Дэн, дробовик нужна броня? Дробовик это имба, конечно. У меня 6 мелких есть. У меня 15. У меня тоже 6 мелких. У меня МК. Чтоб фул зарегаться. Могу скинуть, у меня есть. Захилиться может? Надо. Сколько надо? У кого килов? Не, мне не надо ничего, у меня 100-100. Мне не надо. Сейчас я вместо пистолета хотя бы фамас возьму. Нет, у тебя броня, видишь, наполовину? Я тебе могу большую жижу дать. Да, кинем, кинем, кстати, это было бы хорошо. У кого сколько по килам еще, ребят? Два. У меня пятеро. Блять, ноль, блять, потому что вы у меня все забираете, я не, мне попадает пуля, но очень редко она. Я пошел в зону. О, сундук, ребят, давайте, видите сундук отмеченный, надо его открыть. А, блин, чего? Да, короче, на карте фиолетовая метка. Хорошо, все видят? Хорошо, его да. Только командно можно открыть, его надо ломать втроем. По одному не получится, и там пушки классные дают, и прикольчики. Скинуть кому по маленькие патроны? Для ППХ, мне не надо просто, ну, я вот тут скинул, вот 130, вот тут скинул. А подожди, нет, не фиолетовая метка, не фиолетовая метка, я напиздел. Вот сундук. Вот теперь, да, теперь фиолетовая метка. Мы специально от зоны убегаем, да? Да, только за сундуком. Блять, что? А, блять, зона, да. Через минуту нас хватит, давайте, минуту у нас есть. Подходите сюда, втроем надо, чтобы подошли. Загадочный сортик. А есть этот, батут, батут есть у кого-нибудь? Есть. О, все, поставь сразу здесь. Сразу поставь. Подальше где-нибудь только от сундука. 40 секунд есть, давай, 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 давай. Все хорошо. Давайте там ломаем втроем, стоим и ломаем просто по меткам. По меткам? Ну метки здесь будут, чтобы а-а-а. Ломать. Где? Вот метка, дынчик сломать должен. Ага. И теперь я сломать должен. Так, ломать, ломать. Ага. Дэйв. Дэйв, Дэйв сломай должен, по идее. Вот тут сломай. Да. А, блин, ладно. Давай, чуть-чуть осталось, равны 6 секунд. Давай, 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 скорей. Все, улетаем. Дробовик. Еще дробовик, понял. А, вот золотой взял, взял золотой. Тогда дайте мне одну лечь, ладно. А, взял, взял. Да сдал вот меня. Все, все, я дал. Дал, дал, ушел. Дал, дал, ушел. Дал. Да-да-да. Дал. Да. Спасибо. Все, я улетел. Вот здесь наверху сундуки, кстати, блин. Вот тут вот. Вы летите, да? Да, тут батут еще. Где? Ну я взял еще типа батут. А, окей, окей, окей. Так, ну что, 25 человек, сейчас а тут вот застройщики останутся. А, ну тут вот еще при... Че такое? Че, люди? Ну там портал был, ну прыгучий портал. А вот чел стоит, что это такое? Это АФК что ли? Да, это АФК чел. А или это бот, это бот, это бот, это бот, 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 бот. О, тачку, тачку, садитесь, тачку, 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 дэн, дэн, дэн. Ага, все, 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 все. Он тут по мне хуярят. Батут ставь и улетаем отсюда, тачек. Тачка взорвется сейчас. Батут, батут, батут. Ага, все. На мост сюда вот. Там просто восклицательных знаков над ними не было, я не понял, что это боты. Вот тачка сейчас есть. Это не дико, конечно, блядь. Садитесь, нет? А, там, по-моему, настоящие тоже есть. Эй, таксист, подожди. Ага. Дэйв, 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 садись. Сейчас а подумаем. Да-да-да, скорее всего. А вон собаки бегут. А есть батут, нет? У кого-нибудь я еще один? Я потратил уже. А еще один нашли, нет? Ладно, хорошо. Ой, там дроп, кстати. Вот батут. А, я взял. Давайте, давайте, садись.
А, давай пешком, 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 забейте пешком. Уже пойдем. Надо в следующую зону идти, у нас минус всего осталось. Блять, где вообще все штурмы? Тут собаки, тут собаки. Вот наверху собака. Я ушел пешком, короче, next. Вот штурмовка, надо? А, не... Дай, блять, такую не надо. Ну, блять. Так, я большой. О, кубы, кубы, кубы. Две, залезайте. Это что за звук был? Тут кубы на моей метке, да? Блять, не пало нахуй. А вот пистолет, пулемет есть такой. Габриэль Мамба меня в тусовку приглашает, это кто, блять? Это ты кто такой нафиг? Габриэль Мамба, спасибо, не надо нахуй. Да, кстати, одни попахи тут валяются. Ну так, и, мы кубы, и... кубы юзаем, да их? Да. А все, да? Л2 было. Если, кстати, просто вверх смотреть L2, пока я нажимать, вы летать будете. Ну, вы улетите нафиг. Вообще в небо просто. А вот еще один. Я так и делаю. Тут этот... Смотри наверх, просто L2 нажимай, пока да и все. Нифига я высоко, конечно. Ёбаный. Я на мост. Плазм? На мост, на мост. Плазм. Габриэль пишет мне хай, блядь. Габриэль? Габриэль Мамба, ёбана в рот. Во-во, вот там, вот там. А вот он, дай, прямо у тебя, да? Я знаю, я знаю. Все, я стреляю по нему. 20 дал ему, еще 20 дал. А, есть б... а вот тут, вот тут, ставлю, ставлю, вот тут. Погнали, Дэнни, Дэнни. Тут лут. Куда он убежал? А вот он у меня прямо. Лол. 8. Вот он перед нами стоит, вы чё, Дэн? Я застрелил. Наконец-то один, блядь, пинг заебали нахуй. Своими пингами, блядь. Один играл, убивал тебя, блядь. Вот, на. 4-4, 2 отряда осталось. А, у меня 5 килов. Ой, еще, еще, по-моему. Тихо. А, не забей. I don't speak Japan, only English. Габриэль Мамба, нахуй. Что это за хуйня, блядь? Чел тебя как нашел. Мы в центре, мы в центре зоны. Давайте наверх, наверх, наверх залезем. Фу. О, тут ядерная, дрёная пушка есть. На тебе граффити. Еще одно. Все, я ушел наверх. Так, это дальше со мной. Блять, ганы вообще полное говно у меня. Полное говно. Какое у тебя какие? М-ка зеленая, нахуй, ППХ синяя, блядь. М-ка зеленая, М-ка зеленая. М-ка зеленая, золотой дробовик. У меня вообще два гана только, чтобы вы понимали. А вон чел, вон он. Стройки. Да, 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 да. Это очень опасно, что будет по мне стрелять. Ох ты шиш, там снайперка, ребят. Будьте аккуратны. А вот, вот, вот перед нами прямо. Дал 20 ему. Еще 20, еще. Тут без брони, без брони. Ой-ой-ой. Один ног. Хорош, хорош. Еще сверху. Это уже, блядь. Дэйв, Дэйв, я рис тебя сейчас пробую. Рис сюда его. Дэйв, стой на месте. Блядь, да что мне, какой тут, что за огонь ебаный, нахуй он тут нужен, блядь. Тихо, тихо, тихо. У тебя щиты есть? Или кинуть тебе есть, большой? Есть, большой. Окей. Надо, да. Хотя большой, на, большой. А где чел? А вон бежит. Как ноль-то? Да блять. У меня материалы кончились? А, у них кто-то, у них сканил-то здесь, забей. Но он один тут. На мне вот тут. Не шевелись, Дэн. Вот он. Блять. Я забей, я убью его. Пробую. Он даже не в зоне, ему в зону идти, так что нормально.
На улице. Меня сзади ебут с ХГ. Блять! Пидор ебучий нахуй. Ага. Ну забей, это смерть. Ах, блин, я вообще ни разу по нему не попал. Что это такое нафиг? Полетела ракета. Нет, ну тогда нет нахуй. Опять нас ебут почему-то. А, вы в лобби вышли? Ну там же все вроде. А нам надо двойки рекать. Да нет. Ну я уже ливнул тоже, да. Дэйв Апекс потом не хочешь ебануться, нет? Пока нет. Ок. Ну что, можно потом? Мне еще в руки надо поделать. Да, давай. Нахрен туда. Блин, как же меня бесит, что вот в этой игре ты стреляешь, ты просто прицелен, да, условно, вот в чело. И просто вот самки все в прицел заливаешь, все в чело, но нифига не попадает вообще. Просто нифига не попадает. У меня прицел вот четко на челе направлен, но при этом пули вот вокруг него. Только не в него. Только не в него приносит. Я вот с вами играю, такая тема вот у меня есть. Ну, наверное, это как бы запинга, типа, вообще. Нет, это не запинга, это разброс такой ебанутый, просто. Что ты стреляешь, но у тебя нифига не попадает. Просто надо... каждую пулю, когда ты стреляешь, надо стараться АФК больше стоять, потому что из-за этого повышается точность, повышается шанс того, что ты попадешь еще. Хотя, если ты упорил, АФК лучше не стоит. А на дальше можно попробовать. Дать надо, интересно, когда стреляешь? В смысле, ну можно. Ты не, что-то... я имею в виду... Можно, память, можно, да-да-да. Да, давайте по нас, да-да-да, на завод. Работяги. Вот в этот дом, окей? Ну там, думаешь, хватит лута для всех? Там большой дом, там. Там одной пушки достаточно, чтобы убивать уже. Вот с этих хреней, кстати, подлетать можно, вы в курсе? Я знаю, знаю. Вон на крышу уже оружие лежит. Я вот сюда лечу. Вот сюда вот. Да пометь. А, у меня метки не ставятся. Да, вот сюда вот. Блять. Сорян. Ну я типа. Блять, пометил, что сюда лечу. Блять, хп потерял. Вот сынок, Денчик. А вот еще внизу сынок. Ёбаный урод. Хук надо кому-нибудь? А он что, он притягивает или что делает? Он врагов притягивает и наносит им 60 урона с одной этой пульки. С одного КК, так сказать. Сюда что, вообще что ли никто не приземлился? Походу. Новый уровень. Четвертый. Я пошел прочекаю, что там, как там вообще. Парашют надо сразу раскрывать, как только вы начинаете взлетать вот в этих трубах. Да, вот, по-моему, да, у меня чел бежит. Вот здесь. Я ему на лицо прям падаю. А, это волк. Фу, блядь. А, нет, это чел. Заебись. Ага, да-да-да. У меня тоже нет. Еще у меня один. Помощь, ребят. Иду. Блять. Двоих нахнул. Хорош. Где еще твоя мара? Бать, я вот. Блять, бегу до вас, он чисто, блядь. Хуйне, блядь, лазю. А он где, блядь?
Вон он, видишь? Да. У меня хп 60. Давай стреляем по нему. Фу, блин, изи. Помощь, блядь. Сорян, застрел. Да похуй, что, не поебать. Да, у меня 6 гранат. Ловить одну. Так, я пошел его заберу штурмовку, нахуй зеленую. А у меня есть хп вообще? Хилки. Дрочилки. Кинешь? Я могу пистолет-пулемет синий кинуть, вам надо? Блять, это телефон не вышел, меня заебало это, блядь. Ну что, у меня батут там есть? Мне нужна хилка. Слушайте, меня. Я несу тебя, несу. Скинул пистолет-пулемет. Кто там хотел его? Кидай хилку, ее кинуть можно. О, давай. Л2. Я понял, я понял, по привычке уже. Так, понятно, да. У меня щиток, кстати, нет, у вас есть маленький? Нет. У вас... Один. Кинешь просто один? Да, один. Л2, Р2 можно нажать, чтобы кинуть его. Бля, не знаю, может, вы не втыкаете, но вот, типа... Да, блядь, мы поняли, мы знаем. Просто мы привычки как в аписи выкидываем. Вот все. Все. Обоссал меня. Да нет, ну ты просто думаешь, что мы вообще ебать тупые долбоёбы. Вот постоянно. Просто учишь, что это реально... На свой первый день играете, блин, ну... Ай, блин, я себя упал. Ладно, просто, ну, блядь... Ну, конечно, тугие, блядь, но не настолько нахуй. Ну ладно, все, я понял. Блять, ну тут хотя бы плавно, хотя бы FPS не падает, блять, как в Apex. Ебать, этот робот, ой, это защ... Ой! Они вражеские? Они вражеские, что ли? А я думал, они просто пока с ними не зафайтишься. Понимаю. Вот это. Да. Не, я думал, они просто, ну... Типа думал, если по ним урон наносишь, тогда они типа агрятся, а не думал, что... О, садись в зеленую тачку садись. В зеленую тачку садись, нынчик. Это тебе нормально. А, ок. Ебать, это кто-то снайпер долбит. Или чего там? Это ресотранная пушка. Нихуя, что там у него, блядь, золото. Это аук. Блядь, ну это как ФАМАС, короче, только этот покруче. Не, скинул. Блядь, ну извиняюсь, ебаный рот, ну. Та-та-та-та. Он бирстовый или зажимной? Бирст. Ну как ФАМАС, как ФАМАС, говорю. Бирст, почему зажимной-то? Ну ты зажал, он просто надо кликать, типа раскликивать. Вообще я патроны подниму. One second. Синий пистолет нашел, у меня вообще. Все, у меня это лесотронная хрень есть. Never gonna beat you up. Ой, сейчас подожди, там щиты. Призаживайся за руль, рули сами, тут машина еще есть. Ты в другую просто прыгаешь? Чего? Ты в другую прыгаешь машину? Да, тут еще одна есть. Эти телефоны я заебали уже, блядь. Машина по траве просто ультрамедленно едет, нужно шины. Опа, это че чел? Не, это я... Выбирал себе сундук. О, что у нас здесь? Чё? Да ничего. Нет, садитесь, машина, у нас зона, ну конечно. Да, так ты садись в свою зеленую машину. А где моя тачка, я не понял, нахуй. А, ладно. Пизда я немного нас, да? А, не в ту сторону.
Погнали. Ух ты, даже что-то происходило. Там что-то фиолетовое доме же. Садись в рули пока, до их. Да зачем? Вот. Я батут, я батут нашел. Опа, синий автомат, синий дробовик, щиты. А есть патроны снайперские у кого-нибудь? Да. Это и мой выстрел. Я просто проверял, когда стреляют, я не знал. А, спасибо. А тебе не надо, что ли? Нет? Ну, нет, снайпер. А, чё, следующая зона у нас? Минута 20. Угу. Ну, в тачке только два места. Да похуй, пойдем уже, блядь, пешком. Или, блядь, чё? Да, подкат бы им добавить, было бы еще круче, конечно. Смотрите, вот в этом здании только что лодка упала. Вот это, вот они внизу. Внизу, смотрите. Да. Где вы? А, я дал бы тут. Нет, не дал нифига. Почему не... А, вот поставил. Вот они внизу. А, я дебил. Сейчас я скажу. Скользнул с горы. Че ты устроил, пидор, горизонт? Снук нахуй. Блять. Где Дэйв? А кто тебя убил? Он, я ему башку 49 дал и лег сам нахуй. Ну ты его, видимо, добил. Да. Ой. Да. Да. Да убери режим сойти. Я убрал. Есть еще кто там поблизости, нет? Ну я вот трепанул. Зона. Эти куры еще. Аптеку дать, Дэйв? Нет, есть не надо. Тут лодка он где-то я скинул вообще тоже. А где он вообще? Вы его добили, нет? Нет. Ну да. Я его добил. А где? А. Паук забрал. Он ползет, блядь. Кто ползет? Ты вообще на всех она. А он не запухает. Так, скинул снайпер. А, вот скинул снайперку. Ребят, зона. Че там есть что интересное, нет? Сейчас дробовик, аптечка. А, дробовик, нормальная тема. Ну ладно, забей. А есть патроны для ауга большие? Ну, типа, средние. Да. Нет. Киньте, пожалуйста, у меня 80 всего. Зона, блядь. Лодка, вот, блядь. А, спасибо. А у тебя сколько осталось сумма? 258. А, вместо 40. Нифига ты. Садись. Пушка. Дай. Да, бегу. Оу, щит! Нормально. Ну езжай ты, дура. Чё ты их выпрыгнул? Да потому что вы что-то там тупите. Я похуй. Я сомневаюсь, что ты пешком найдешь, может ты сядешь все-таки в лодку? Да, давай проверим. Ну да, типа, чисто. Ты тогда идешь, но тебе потом хилиться надо все-таки, да? Ну я хилюсь, у меня есть. Просто я быстрее, чем вы уже в зоне берусь. Да ладно, серьезно что ли? Не смотри. Эх ты же, блин. Понимаю нахуй. А, у меня шелк, я забыл. Сорян, да, блядь, ну вот. Еще один. Все, у меня все по нулям, и за вас нахуй. Ты за вас, я даже не выстрелил сейчас. Я, сорян. У меня один килк, так что не надо пиздеть. У меня 6.
А чё, ещё кто-то, что ли? Да, да, ещё. На, а, давай. Ебливая, блядь. Ещё вдаль. Ебала башку не ебать. Да, да, ещё кто-то мама, да? Нет? Да, нет? Не, она сразу развалилась, да? Да, 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 сразу. 50 секунд. Лодку не садимся, я так понимаю, да? Подожди, можно отхилиться, пожалуйста? Да, лутай все плыву. Нифига себе. А что она так вертелась над головой моей? Ух ты, ничего себе ее крутит. Да, там аптечки были. Ладно. А вон слева, видно? Решил так подхуярить? Да, 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 да. Тут бесконечные же патроны. А вон они слева, там еще вот есть кто-то, по-моему, вот там. Опа, снайпер. Я да, вот сюда иду. Да, это сзади тоже есть кто-то. КГ займем здесь? Я убрал. Чтоб не строиться, блядь. Сейчас, я да-да-да, я стреляю. О, тут разъебанные типы в пул. Где его идем? Тут очень лута, очень лута много. Вот, снайпа есть. Тут тачки. Где снайпа, где снайпа? Ну, в смысле, снайпа, а вал, вал, я вал забрал. Да, а, фу, блин. Ты разъебанные убиты, да? Да, да, да. Сзади, сзади кто-то был. Вот снайпер, помнишь? А, вот там еще кто-то. Вон, вон, вон. Вижу, да. Блять, а я вот не вижу. Динозавр. Да у меня стик ведется, как же это бесит. Что, прилетели, прилетели, да? Нок, 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 еще один прилетел. Один нок, один нок. А, хилься, хилься. Добил, добил. Вниз, 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 упал. Че у меня такое, нахуй? Я, блядь, нажал, нахуй, на какого-то хуя, блядь. Банку, блядь. Да, 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 я тоже банку кинул, долбоёб. Я нокнул еще одно. Через фул. Одного добить уже успел. Хорош. Рису дэнчика. Попытаюсь рисовать, по крайней мере, сейчас. Рису. Не шелись, не шелись. Аптеку хили. Зона 40 секунд. 45. Ага, я сам хилюсь. Дайте мне секунду. 10 секунд, вернее. Дроп, глянем. Я хилюсь, я фул хилюсь пока. Хорошо, я пошел. А, я можно, можно. О, тут уже кто-то есть, по-моему, нет? Чё, чё, чьи постройки? Не знаю. А, нет, нет, забей. Всё, давай, дроп. Скар. Взяли? Патроны скинуть? Нет, у меня дохуя 500. У меня нет, фиолетовый скаб нужен? Тоже 500. У меня нет фиолетового, мне не нужен, нет. Блин, щиты большие, я там убил чела, видел. Сгоняю, заберу. Блин, сразу. Блин, а вот большой щит. Всё, скрафим. Под нами ходит, фу. Это у меня, у меня в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Может, это я? Нет, 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 нет. Вот какой-то лютый, блядь. Ааа, занимать тебя будет. Ты не сдохните, ребят. Я пошел. Он наверху. А, он наверху, понял, понял. Он спрыгнул, он вон он. Ебать. Да. Я почти убил его. Убил, убил, убил. Еще один у меня. Еще, 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 еще один. Хедшот. Какая ракетница? Я ук. Зона, 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 ребят! Блять! Я в зону ползу. Батут забрал. У меня нету отхилов никаких. Сейчас заберу тебя, Денчик. 50
Вот сюда, давай как-то это построить. Четверо чуваков, что ли? Че, двое остался. Один остался. Вот этот, который вот эту хуйню и строил. Подожди, Хиро, дай датчик. Вон там, на берегу нас сидим. Хорошо. Я пойду что-то и найду. Подходит, по-моему. Нет? Ай-яй-яй-яй, я не захилил Денчика. Захилил. Хирюсь. В смысле? Че ты пиздёшь? Иди нахуй, да и пиздёшь, ебаный. Читер, отвечаю. Вот он. Да нет, ну просто чувак хуйня играет, нахуй. Он мне сразу дал, блядь. И тебе он сразу дал. Он соло раскатал нас. Он соль, он реально сольник просто. Все, башку. Хорош. Ебать ебаный, блядь. Натуре. Хорош, Денчик. Идите на мой килл, нахуй, блядь. Зато королевские ебаные. Все, пока конки ебаные. Ой, блядь, давай. Пес, блядь. Я. Можно я пожалуюсь на игрока? Да, надо видеть. На меня стабонарно. Да. Так. Мне серьезно тяжело на вашей серваке играть. Ну, блин, нам... Ну, во-первых, видишь, мы больше начали играть, и нам, ясно хуй, блядь, не те, кто первый день зашел, кидают, нахуй, а чуваки, которые сидят вот уже 3 года, блядь. Я честно думал, мы проиграем. Так, чё, в Apex, смотришь? Да нахуй, я не хочу пока в Apex. Лилишь тогда, Денчик из Стима? Придётся, нахуй. Да, удачи. А почему? Ну ладно, допустим. Ну мы же не сращивались. Я работаю, он работает. Вы можете. Ну вы тоже не сможете играть. А так я не могу, да, выйти? Я смогу. Ну, почему? Option зажми и на себя наведи. Я смогу играть. По-моему, сейчас тебе скажу, куда смогу. Сегодня у нас что? День, который среда. В четверг вечером, пятницу вечером, субботу вечером. Смогу. Вот. А, покинуть группу, ёпта. Да. Все, пока. Удачи. А, двойки. Так, а кто хост? Я, да? Да. Почему? Я могу тоже взять. Не могу. На пиздел. А колду не хочешь поиграть? Хочешь колду играть? Ну, в смысле, я себе сейчас предложил топ часа ресурс. Ставь двойки. Я не знаю даже. Че ты? Ставлю двойки. Подожди, нажал же двойки, что за хуйня? Нифига не нажал, пиздец. А, вот нажал. Нет, я нажал. Алло, блядь. Чё? Какого мать его хуй? А ты нафига вышел? Куда я вышел? Мы вместе с тобой. Куда я вышел? О, почему скрила играет, слышишь? А почему я с некоторыми могу эмоции делить, ну... Индагит, чего ты можешь? Ну, в смысле, иногда подходишь человеку и, типа, можно парно с ним эмоцию делать, а другим нельзя почему-то. Не знаю. Или... Я вообще эмоции не шарю, их не знаю никогда. Батька. Индагит. Хот-дроп? Ты дропнулся? Да. На Фортнайте проще, чем в колде. Если хуй, блядь. В день, блядь, ты сколько? 5 я вчера взял? А какой 5? Больше 10 топов я где-то взял за вчера. Здесь. Ну как бы таких, не прям лузовских, нормальных, блядь. Пизда болда. А в колде, нахуй, за полгода, блядь, можно не взять ни одного, нахуй. Это в Апексе вообще-то за полгода ни одного я не взял. Ладно, не важно. В смысле, почему? Ну ладно, рыхну. Ну, у меня плейка там месяца 4 сломана была.
Нет, там в Апексе, блядь, в Апексе это еще легче. Ну, чем. Вот по, если по сложности смотреть, идет как. У меня люди приземлились, у меня оружия нету. У меня тоже. Есть. Да, я умер нахуй. Еблан, блядь. Ага, все, по... у меня я умер, блядь. Вот это пиздер, блядь. Да. Ну это ебаный пиздец, блядь. Сука, я оружие. Оружие, блядь, искал. Хер пойми сколько, блядь, он приземляется изи нахуй, блядь, еще и банку пиздил. Блять, он приземляется за секунду, нахуй, я, блядь, три этажа обошел, блядь, и только сундук нашел на первом, блядь. Только тогда оружие нашел, блядь, он приземлился изи, блядь, откуда из жопы его вытащил, блядь. У тебя справа был, кстати, да? Я видел. И слева. Видел. Так ты убить на изи, может там же АФК он своего стоял, чел вообще. А, блять, ок. Сорян. А почему он тачку? Так пиздобольство какое-то, блять, непонятно. Ладно. Че? Ну это задрочи, видишь, какие-то. Нажимай. Ух, нифига себе там взрыв. Фу, блин. А ты Warface пробовал играть, нет? Напал туда пиздец. Пока колда не вышла. Нагетто. Чтоб ты понимал, даже никакой отдачи у оружия нет. Кроме этого. Кроме скара там и этого угла. По нас поназай. А я вот сюда летаю, обычно вот сюда вот. А давай со мной вот в этот дом. Не хочешь? Там вообще на Новый год снежная карта. Снежная карта. Тоже есть, что ли, Fortnite? Ой, слушай, я не знаю, честно. Но если он есть, то это полная фигня. Я вообще не люблю на телефоне в игры играть. Я тоже. Я даже в колду, блядь, мою любимую поиграл и удалил. Мне жалко батарейку. А, блядь, это удочка ебаная, понимаю, она. А ты где вообще? Я сверху лечу. А, ты только еще летишь? Ну, на тебе пистолет. А. Вот там автомат, а я с тобой есть еще. Блять, да, ломает он дверь. Хорош. Где? Его тимит. Рядом. Заходит. Где, я не вижу нифига. А, вижу. Со спины вообще другой отряд, видимо. Ему вообще похуй, его мейта убили, он стоит и лутается, блядь. Охуенно. Да что за музыка играет, непонятно, я же включал ее вроде. Да, есть такая хуйня, она типа, как сказать, от локации зависит музыка. Типа, когда к озеру подходишь с акулами, там начинается какая-то хуйня громкая и работает. Ты добил? Да, всех убил. Подожди, я попробую отключить это говно, потому что нереально. Угу. Меня тоже играет, ну. Да тут тун-тун-тун звездные войны какие-то, блядь. Да, мне кажется, Marvel. О, только я зашел в настройки, она сразу же отключилась. А, музыка на нуле у меня вообще стоит, забей. Это дичь какая-то. И снова включилась, понимаю. Да потому что это вот типа на локации мы такой ебаный замок подходит. Это случайно. Блять, и телефон, и музыка, и как это заебало уже, блять. Громких эффектов, наверное, надо выключать. Ах, тогда ты ни шагов, ничего, ты не устроил, ни шагов не будешь слышать.
А ты по дефолту какие, деревянные строишь постройки или кирпичные? Да, деревянные. А то, когда ты заканчивается деревянная, переходит на кирпичные. Когда заканчивается кирпичные, на металлические. Дробовик нужен? Не, у меня есть на зеленый. Ты что за дробовик такой? Ебать твой. Ну честно. А, это честно. У меня рычажный дробовик, ладно, забей. Да, 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 у меня тоже. А, ну, забей. О, поехали к челам уже. Нифига себе. Нихуя. Я первый раз вижу. Ой, садись в тачку. Че это за хрень такая? А это что за хрень такая? Блять! Я выпрыгнул. Блять, а я не умру? Я умер! А я в воде. А почему у меня не раскрылся этот? А, он не раскрывается, потому что... Чел, мне до тебя плыть долго, потому что скользи вниз по горе. Вот сюда вот. Да. Прикол, ебать. Это че? В один момент просто что-то произошло непонятное. Соскользнешь? В смысле, а как активировать? Вот чуваки, вот я видел, постройки делают, а потом активируют, летят, блядь, с этого. А батут, ты просто не замечаешь. Да? Да, батут. Я смотрел, челом Адмираль зовут, у него 3 миллиона за счет Фортнайта, с половиной подписчиков. Да. Это он за счет батута делает. А, чего, блядь, это пиздёшь, хоть и дать аптеку? Да. Нет. Катер, что ли? Нет? Казалось. Ой, да, звук какой-то тоже. Блять, зона. А, ну она близко, забей. А тебе могу одну бутылочку синенькую дать. А, давай. Было бы заебись. Ой, тут вот хук. Хочешь? Не-не, мне неудобно с ним. Я думал, он у меня как кошка будет. Там есть такой, но не знаю, оставили ли его в этом сезоне, там был такой, да. Один бесконечный был, один не бесконечный. Один на 10 зарядов был, чтобы так попротягивался, а второй, я помню, это было вот как только я начинал год назад играть, полтора, я упал полтора года назад, там я просто летал на этом крюке, как на Pathfinder, как на ракете. Что там, ты пометил? Это я просто хочу брать красную метку. Давай на тачке поехали. А, подожди, сейчас тут сундук. А, не забей, не буду брать. Тихо. По-моему, начало. Не, нормально. Дерби. На нижнюю стрелку бегать. О, вот эту хуйню сделаем. Давай пофармим. Что? Что это такое ты сделал? Монстров. А патроны тратишь, что ли, на них? Ну, у меня на пестике есть, вдруг из них падает, ебать, лут охуевший. Да? Да. О, фиолетовый. А ты просто этот, ты киркой их, что ли, бьешь, или что? Не-не-не-не-не. Хэт, давай им. По возможности. Что произошло? Не понял. Что, все? Стреляют! Справа. Откуда? Сзади. Убил, это сальник был. Хорошо. Ну там еще, по-моему, вот оттуда стрельба была. Да, мне так показалось. Тачка. Да. Ой, я вам это. На мне. В одно хп. Блять, у меня тут второй. Я ушел, я ебать его залил. Идет! А, понял, все. Ну тебя спину заберет, аккуратно. Все. Блять, пидорасы подсос. Че, в Apex? Да нет. Не, ну мне надо, блять, я пока хочу в этом, мне нравится пока. Ебать, я уже дофига играю, конечно, блядь, все пиздец, скоро надо будет диск новый покупать.
Хотя, блядь, дефолтного диска на плойке мне хватило на 2 года, что ли. И она потом лагать жестко у меня начала вообще. Я по вапиксе на месте оставалось все, но чела в тусовке я слышал при этом. Советую тебе удалить Fortnite, кстати. Ладно. А почему? Где подбор? С кем ты разговариваешь? С тобой? Тебя плохо слышно. На кухне. Так, я погнал. Мы летим, нет? А ты где? А. Я думал, ты погнал, ты опять рофлишь надо мной, блядь. Ты что, думал, я рофлю? Ну да, как обычно. Так, я по... А что это за кольцо такое? Я хочу попробовать приземлиться сюда. Это как портал, Рейв. А куда он телепортирует? Ну, просто туда-сюда, как я понял. Ладно, вот эти штучки, от них отпрыгиваешь. А, окей, я в дом лечу сюда вот. Хорошо, я здесь полутаю, здесь нормально. Ай, блядь. О, просадки пошли. Я обманываю, да. В принципе, можно как бы высаживаться и тупо, ну, убивать соляного, потому что тут это не очень трудно делать в самом начале. Так я тебе говорю, мы вчера с Дэном, мы... нам не регало это самое... двойки, я зарегал отряды, а я только, блядь, спустя... Тихо. Три раза топ взяли, и оказалось, что мы против четверок нахуй играли, блядь. Я вообще охуел. Мы вдвоем разваливали, ну, полсклада. Ну я вот разваливал уже одного. Хорош, я бегу к тебе. Ну можешь не бежать, наверное. А мне тут еще один. У меня враги тоже. Пойду убью. Я убиваю своего, иду. То ли вышел, то ли... Тихо. Носок дай. Где ты, дебил, бегает? А, ок. Ух ты, вот это мне сейчас прилетело реляться. А, у меня тут вообще 2 сквадрона. По мне работает. По мне тоже. Я 2 убил. Ебать, просто на... Я еще так. Одного убил, тихо. У меня другой сквад. Я он. Я просто как лох проиграл. Где ты? Я тебя не вижу. Я отнокнул одного. И мне килл засчитали. И 260 секунд до майнера. Давай, дочь. Блин, я просто как лошара сдох. Нифига ты полетел! Там много их? Нет, там один остался, вроде бы. А, так ты захерился, в смысле, у тебя на КП? Да, я знаю, знаю. Здесь от меня нахуй, дура. У тебя есть чем хилиться-то? Щиты вроде есть, да? Так, щиты надо первый взять, наверное, нет? Я не знаю. Тут, кстати, и маяк, по-моему, за... А, под тобой. Ты щит не завязал. Не завязал. А, все, забей. Давай, иди сюда, сука.
Я не понимаю просто, почему ты АФК спешка расстреляешь, ну ладно, забей. Специально, я специально встал АФК. Я в доме, в твоем. Ух, уже на машине, нафиг. Резнешь меня? Слева. Да. Сейчас, подожди. Может на тачке рейс здесь свалить? А, ок. 4 хп. Я знаю. Знаешь, иногда 4 хп. Блять, садись. А зачем я тебя резнуть хочу? Не надо. Хорош. Ладно, next. Кстати, инвенг сейви тебя резну, окей? Так, ну где хочешь, если. Вот моя ближайшая. Давай! Малышка. Не вижу. А, вижу. Радио нахуй. А, подожди. Да. Возьми красную машину, она покрыть. Она побыстрее будет. Ну что ускорение? А, на левый этот. А, ну и немного кто-то домой. В принципе. Все, топливо кончилось. Походу. Нажми. Что сделать? Дэнь тебе. Карта ебаная. Так. Так вот перед тобой маяк. Прямо. Идем сюда нахуй. А что тут у тебя за бабочки в инвентаре такие? Блин, нифига у тебя. Да. Нифига у тебя катана, конечно. А, это молик, понял. Не трогай его. А чё? Да нет, у тебя вся горит просто. А, это хрюкало убежало, оказывается. Хрюкало какое. О, так тут боты. Да. Ну ладно, хоть полутаюсь в каком-то веке. Да бисо, что тут быстро резает, нажал, а ты уже здесь. Да, а сейчас. Нет. Захотел. Нет, я имею в виду то, что нет туда полета, блять, туда-сюда, нахуй. А, ну да, да ты с пистолетом возрождаешься. Ну я вернее. Mm-hmm. Ну этот маяк. А, да, забей тут. Да. Могу тебе скинуть М16. Нафиг мне не нужен твой М16. Вот пистолет есть и сундук. Есть сундук и этот легендарный. Нифига себе. Да, у меня по 90 золотых. Сейчас все-таки поищу здесь. Блин, телефон бесит просто звонить. Аптека большая. Один по 90, окей. На близ я типа готов. 16 надо? Да давай я тебе скину. Не. Почему не надо? Почему ты такой вредный? Че, я вредный, ты сразу не нравится. Ты хочешь, сам же говорил, что нравится М16. Ну, нравится, ну типа. У меня дробовик, вот есть, все, я готов. Мне щиты только нужно. Вот щиты я бы не отказался. Так, куда? Куда? Не, у меня золотой пистолет, просто я тачку нашел, спортивная. Подожди. О, чего? Малое защитное зелье нашел, после скину. Нифига себе. Это я пулемет. Это я за пулемет сел, ты видишь? Здесь он за тебя. Ага. Бимба. Блин, я посижу показания, посмотрю за обстановкой. На. Чё? А, давай. А, блядь, надо было кинуть. Ну. Я подумал об этом и забыл, нахуй вообще. Я думаю, сейчас кинул, блядь. Пойдем на батут. Зачем? У меня тачка вот же есть.
Блять, ну не знаю, что неудобно на тачке. Ну давай я порулю. Ты можешь во время того, как на пассажирском сиденье, если ты сидишь, ты стрелять можешь. Куда? Ты поставь точку, куда мы сейчас пойдем. А я не знаю. Мы на круизану, можно в центр пойти. На файтер. Давай подождать. А подожди, я могу на тачке? Сядь на тачке, я хочу попробовать на батуте подлететь. Ты можешь, говорю, когда на пассажирском сиденье сидишь, ты стрелять можешь. Я знаю, знаю. Понял. Давай на батуте. Просто вперед. Сейчас, подожди, снимки все. Приятного. Спасибо. Тормозить ты не будешь, надеюсь, да? Не тормози, сникерсни. Тут, кстати, я, наверное, на дерево сейчас приземлюсь. Ой, на это дом. На дерево не хочу. А, не, все-таки на дерево приземлюсь. Ай. ХП потерял. Ай, я бы тут нашел. Нормально. Я тоже хп потерял, что за дичь? А ты из-за чего? Из-за того, что падаешь. Ты шо? Как я не попадал? Кстати, тут еще, когда я начинал играть в новом году, знаешь, какая имба была? У них в это время контракт был О-снайперка в СС. Короче, у них был контракт с звездными войнами, короче, здесь в сундуках были световые мечи. Ты можешь, ты мог удержать, ну, держать в руках световой меч, нажимать L2, надо снайперку, нажимать L2, и, короче, ты отбиваешь вообще все патроны, которые в тебя летят, понял? Хуя, ну, почти все. И бить челов ты этим мечом тоже мог, это такая бабла, и мечи разноцветные еще главное были. Я кайфовал с ними. Слушай, а там вот Эмка. Я могу взять ее? Да. Я скину золото 50 пулемет. Да. Скинь только патроны, пожалуйста, немного. А у меня, блин, мало. У меня 40, все. Я тебе 50 пулемет патрон дофига скинул. У меня 70. Хорошо, ладно, забирай назад. Забирай. Скинул тебе тогда эти. Эти вот. Ты, короче, мечом бичелов мог отбивать патроны, это, блин, да, реально, мы веселились тогда с дружбаном. Что-то вообще никого не видно. Ну что-то строится, блядь. Не, он вон там, с той стороны. Да, у доме у меня подо мной уже. Сейчас я убью его, попробую. Я прикрою. Давай. Он и подо мной тоже. Тихо. Ты где? А. Я внизу сам. Я тоже. Вот только что он бегал здесь. Да, слышал. Дайте патроны, да, патроны. Не надо. Мне не нужно. Второй этаж. На, вот еще патроны. Давай убьем его сначала. А где он? Зона. Вал. Скинул так, еще 34 патрона. Так, я юзаю большую. В дом зашел. У меня! Он вообще, он в крысу просто зашел вот здесь вот. Вот за стеной. Просто крыса. Бать. Я еще думаю, главное, он на моем этаже зашел или нет? А откуда? Он взял просто крысу зашел. Так мы умерли все, да? Да. Не, имею в виду, я, короче, ну, слишком близко. Футболист обоссанный. Футболист? Почему? А, мячик, понял, что надо. Перс. Он не футболист, он пидор. Футбол в ваше время это же не спорт, это бизнес. Тупо. Как и UFC. Нет, Веном.
Можно в разные части все локации высадиться, давать, чтобы... Хочешь? Давай. У тебя тоже меч светится? Класс. Mm-hmm. Вот под нами локация. Зачем благодарить автобуса? Не знаю, по приколу. Давай лево, на левую локацию, вот эту. Только в разные части. Я вот сюда полечу, наверное, куда-нибудь. В левую. Да блин. Вот сюда лечу. Фу. Ой, неправильно открыл, блядь. Со мной летит. Со мной, по-моему, двое, да, со мной двое летят. Я улетаю вот в этот дом. Пофиг, играй в этот. Да-да-да, вот с рядом, блин. На меня еще один прилетел, ты прикинь. На меня еще один прилетел, двое на мне. Трое на мне! Сейчас пробую убить, если патронов хватит, я надеюсь, что хватит. Блять, прямо подо мной топают. Гниды. Нок. Бьёшь? Нок, да. Трясу. Нет, нифига не трясу. Я трясу. Хорош, я тоже трясу. Ай-яй-яй-яй-яй, я сейчас могу. Хорош. А, убил, да? Нет. А, понял. Вот. Машину сел! А, еще Вот. Хорош. У меня 16 патронов больше осталось. У меня 0. Для автомата. А у меня больше оружия. У меня оружия больше нет. Так, ну тогда. Еще. А тут сундук. У меня просто тоже 0 вообще всего. Сундук нашел тоже. О, золото под 90. Иди. Иду. Скину читайте. Надо пока. Пойдем поубиваем. Я кинул. Ладно, понял. Заберу. Угу. Блин, как бы побыстрее добраться до них. Сзади у меня. Давай за них убьем его. Вот этих вот одного там прям фул. Давай. Он взрыв. Да блять. Я не могу пройти, по-моему. ВСС у него. Лан, ну это, я не знаю, вал. Вал, да. Так. Ой, я патрон. Ой. Пистолет кончился, блядь, мне вообще все очень мало. У меня 37 патронов. И 40 пистолет пулемет. Ух ты, тихо. Где? Во. Справа, да? Давай их пошли убьем просто, да. Твоя? Да. Криво все три кинул, ну ладно. На мне. Второй этаж. О, меня сбрил просто дробовика этого. Он за мной вышел. Я забил его там. Лапикс? Не хочу. Если хочешь, пойдем. Если тебя заебал Фортнайт, пошли Лапикс, пойдем. Да, пошли Фортнайт. Просто как вот, блин. Погнали арену Фортнайт поиграем. Я хочу посмотреть, может, там награды какие-то за них дают, офигенно. В арену? Типа, да, ну там арена, это типа рейтинг Фортнайт. Давай? Попробуем. Так, изменить. Я уже 5 часов играю, по-моему, даже 6. Фига себе. Что-то как-то многовато. Так, ты изменил? А, все, забей. Это дул хотя бы? Mm-hmm. Это какая-то лига, да? Дивизион 1. Блин, ну можно поиграть. А тут Чё, чё? Убивать попроще, Апекс, как в игре. Ну да. Открытая рига, дивизион один.
Блин, какие книжники должны давать. Я просто арену ни разу не играл. Это моя первая моя катка должна быть. Что тут надо делать? Чё? Что тут надо делать, ты знаешь? Играть просто. То же самое, только как бы рейтинг. Просто заходишь и стреляешь так же, как и в обычной. Ты чё? Алло. Почему арена называется? Ну это типа рейтинг. Блин, ну я не знаю. Это как обычная крестка битва. А в том мы играем необычно? Ну типа это что-то вроде рейтинга. Да, я понял. Очки рейтинга, да, вот. Плата за проезд 0, ага. Пока что. Ход дроп? Да, ну да. А, здесь, по идее, тоже, как знаешь, как в бронзе серебре, но мы должны играть. Ну да. И мы просто фармим очки, надо убивать, мы надо очень. Сюда. Давай вот здесь надо вот вдвоем держаться, желательно. Сейчас я на горе приземлю, чтобы быстрее было, и спущусь. А, фиг. Не фиг. Так тут, это работает. Так, чем ниже уша... Вот видишь, я уже все на земле. Ну, типа, теперь оружие найди, попробуй, чтоб тебя его не опередили. С самого начала я не успел даже щиты завязать. Я уже нашел. Я нет. А, ладно, так, я хилюсь. Ой, ну, щиты, знаю. У меня ноль оружия вообще. Лол. Я тебе сейчас танку скину, у меня две. Не, не надо, я далеко очень. Я очень далеко. Нет, я в доме сейчас вообще сижу. Оружия нет, что за пипец? У тебя вот здесь должно быть. Я ушел уже, вот большой дом. Стой, остановись, пожалуйста. Давай, М-ку. Или чего у тебя там, дробовик, я не знаю, что делать. А патрон дашь? Или тебе нужно самого? Блять, у меня 28 всего. У меня 30, окей, все, совсем. Блин. А, у меня так-то вот 30. А, я нашел. Я тоже нашел, да. Вот, у меня в доме. О, над тобой прямо дайв. С броней включил. Прямо над тобой. Я понял, блять, я не могу. Сейчас поднимусь. Да беги ты, дура. Блять. А, вот у меня чел. Блин, здесь какие-то. Нифига не склоны. Так, не ури только, тем более. Давай с тобой. Зайдем? Давай. Вот у меня. Я не зашел, дай. Их двое там, блядь. Фу, две телки сидят, нахуй. Инкогнито, блядь. Опять какие-то инкогнито играют, суки. А я отвлекся немного. Понимаю, нахуй. Давай обычно пока поиграем, нахуй. Давай еще один раз еще один какой-то. А почему нельзя сразу другой лик здесь набрать? А, ну... Блин, давай еще один раз, пожалуйста. Давай. Просто, блядь, как они вдвоем так держатся и разъебывают, блядь. Ну они же сразу я, блядь, не зашел. Да. Так я тоже строился, блядь, на толку. Нет, они видишь, они на оборону застроились, а мы на атаку строились, чтобы запушить. Надо скачи было пушить, блядь. У меня для пуша, блядь, МК, но, блядь, был бы дробовик, но хули какой-нибудь ПП. Да не можешь же, блядь. В Апексе же нет такого, там тоже нубы играют, в рейтинге, а тут, блядь, сходу как предаторы, блядь. Потому что это общая лога. 250 очков надо нафармить как-то. Площадь я куплю, подарю. Что? Ну, эти баксы тебе нужны, для чего тебе? Не, у меня 750, да нахуй, она мне не нужна, блядь, я играть-то в нее много не буду особо. 500 рублей 1000 стоит, ебать. 1000 баксов? Да, дети, я нафиг не надо. Забей. Блять, ну да я, наверное, опять тоже столько скинчиков за 3 года пропустил, крутых по-любому. Они будут возвращаться. Ну я видел. Там, кстати, в магазине сейчас вроде какая-то девчонка классная есть. Космическая, типа. Это что за жижа, блять? Давай побегаем, посмотрим. Как он запрыгнул?
Ясно, так. Блять, как же вас много, конечно. Плата за проезд 0. Так, ход дроп. Направо, направо, давай. Давай вот в эту часть полетим. Хорошо. Слышишь, а если не нажимать вверх, а просто зависнуть в воздухе, медленнее будешь спускаться или одинаково? Медленнее, конечно. А если лево-право жать? А я не жму лево-право, я по кругу лечу. Я просто вот вокруг дома облетаю на парашюте, я так, понял, так максимально быстро поднимаешься. Где сегодня? Я видел. Блять, я на первый этаж есть еще. Сундук. О, пистолет, у нас я готов. Блять, у тебя, да? Ой, у него дробовик, да ну нахуй, ну кому? А, это не дробовик. Да, дробовик скорострельный, ебать. Так, точнее не скорострельный, а этот. Блять, все, нахуй видел. Он меня выебал, блять. Пиздец. Он с броней. Да, он уже и броню успел завязать. Все, давай в Apex. Или обычную Fortnite тогда уже. Потому что тут реально какие-то. Пиздоболы играют, блядь. Чё орёшь, блядь? У меня сосед, блядь, кончено немного. Чё, куда? Обычку идём, да? Mm-hmm. Ты уже готов, блядь? Ух ты, мне ножи какие-то, да? Не меньше. Катаны. Давай. Играем с ними. А чё по парашюту вообще? Я, кстати, парашют остался с чего вот, прошлогодний с этого с ивента в виде этого сопла тысячелетия. Прикольно очень. Блин, я не успел так поставить. Я хочу тоже посмотреть. О, даже какие-то дали классные. И можно танцевать. Кто не хочет со мной потанцевать? Ну ёпки, блядь. Это что-то из разряда, тебе даже комар не отсосёт, да? Панас. Mm-hmm. Поблагодари водителя. Успел. Да я видел, да. А зачем? Это какая-то хуйня бессмысленная. Да-да-да, это бессмысленно, там для этого сделано. Это игра с приколом, понимаешь? От разработчиков. Ну тут видно то, что ребята каждый день работают, нахуй, они сидят, блядь. Как апексеры. Они же запросили у EA, блядь, тоже там бабки на новые сервера. Потому что с этим ивентом не выдержали. Ну, самый большой онлайн был за все время. Где? В Apex сейчас, поэтому все сервера нахуй ёбнулись. Я готов нахуй. У меня даже такие классные вообще, блин, жалко, что не легендарные. Так. На? Ой. Что? Шо, шо, шо? Не понял, что ты пометил? У меня осилие. Вопросов больше не имею. Нашел имбовый ган. Какой? Удочку? У меня судочки один раз убили, кстати. Я понять не мог как. Я сидел и думал целый месяц. Я пойду посмотрю, что как. А ты уже пошел, да? Я завис. О, вон туда идем. Смотри, какое-то место прикольное. Не видел. А, там, там, левитация, там этот, гравитации нет вообще. В этом кубе. Ну, это у меня серая зона, кстати. Тут же типа надо карту, как я понял, открывать. Да, в этом кубе нету гравитации. Оу, кайф. Кайф, 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 кайф. Ты можешь от воздуха отпрыгивать. Прыгать здесь надо. О, привет. Вот это. Ой, я вниз упал. Ты убил? Да. Хорош. Ну я бота убил. А, бота.
Муха тоже вертолет. Еще МК синяя. Тебе бутыльки нужны? Могу парочку скинуть. Давай, мне надо бутыльки. Ну, блядь, и как их называть? Зелья, щиты. Я тоже так умею. И сам же их собрал. Мы же гений, конечно. Да нет, я тебе просто все. Блядь, блядь. О, там еще. О, давай. По мне стреляет. По тебе. Да, я пошел. Это откуда? Вот здесь. А, фу! Я думал, ты далеко. Маршмеллоу. Хэдшот. Присану его, прикрой. Подожди, это маршмеллоу. Прикрывай. Подожди, давай не убивай его. Не убивай, не убивай. Пропускай ползет, куда хочет. А вон его тиммейт был. Ты видел? Нет? Нет, нет. Вот у меня. Вот здесь был. А вон он бежит, вот моя врач. 22. 30. Ебать, разброс. Еще 20. Отдача нет, а разброс есть, блядь. Нок. Два, вот. Стиллер убийство, вот кто. Слушай, я больше не буду стрелять нахуй, играй сам. Да все. Труп этот второй. А, у него не было ничего, что ли? Да, у меня пистолет был только. У меня 19 патронов на МК. В магазине. Запасных нету. У меня тоже нету. Это ты? Что? Нет, у меня стреляют. Иду. О, рядом, фулл. У меня. Чел. Санешь? Так я этого, кабана бью. Ага. У меня 4 патрона до брейка, МК 0 патронов. Блять, у меня тоже, у меня нету скинуть патронов. Сейчас с него выбью. Так, я взял 14, ну на темку 14. 14 патронов на еще вот дал. У меня пистолет на 16 подобрал. Хорошо. Патронов вообще 0. У меня вектор есть. Это что такое? ТПХ. Крис Вектор. Зачем? Бля, как 99-я в скине лагина. Этот телефон. А, ок, забирают эти. О, это награда, ничего себе, трактор, давай заходишь. Три кила у тебя, да, говоришь? Подожди, задание выполнено. Задание выполнено, да. Зажать, посмотреть еще один. ФАМАС патроны. Слушай, мне для пистолета нужны патроны. Вот это фулл зона серая у меня почему-то. Тут вообще не было ни разу. Надо из. Смотри, как я быстро бегаю. Кайф. Это ты что схавал? Перец. Кайфово. А есть маленькие патроны? 92. 16 на пистолете в магазине. Запасных 0. Ага. Спасибо. Опихать хоть. Подожди, тут где-то этот была. Я убежал. Ладно, я тут. Сундук тут где-то был. Да пофиг. На крыше, скорее всего. О, у меня чё-то такой фиолетовый, нифига, сиди сюда. А он у тебя сколько действует этот перец? Не знаю, до сих пор пока еще. Где я? Помогай, этих монстры. Дай. Иду. Я случайно их активировал. Нормально. Дойки, кстати, их не хочет, теперь просто падают. И ресурсы на сразу их апгрейд. Блять, а с чего бы их поубивать? За пистолет. Не понял. Ладно, придется попасть. Быстро потратиться. А, ну с них можно подобрать. Я здесь. Где лут? А где 3 патрона в пистолете? Есть патроны еще? Да. А вот большие, блядь, смотри. Ага, спасибо. Белый пистолет. Белый дробовик на 8 патронов. Что это такое? Давай, вон. Осколки монстров куба, что они делают?
Они потом улучшаешь, типа, ганы с помощью них. Да? Вот туда, да, вон там пойдем? Ну, вроде да. Что тут написано? Останки мусор. Сырье, да, сырье. Я там, мне выпал, короче, типа, этот... Какой-то там тоже скорострельный... То ли винтовка, то ли хуйня. Я апгрейдил до золота, что. Вот это вот лока у меня не открытая. Вот вон там, которая. Вот здесь, куда я смотрю. Опа, смотри, патрон ты. Да-да-да. Я еще патрон скинул сейчас. У меня до снайпера патрон еще есть. Угу. О, щиты. На два маленьких. У меня один большой заяц, а больше не стоит. Mm-hmm. Блять, у меня для дробовика есть патроны у тебя, Дэйв? Да. Скинь, пожалуйста, у меня 8. Всё. Или тебе нужно? Не, надо, на 4. Давай, 4 тоже пойдет. Сейчас 180 на пистолете, 105 у меня. Я перевел на 6 сундук матча, чё? Скинь. Давай, патроны вот. Для дробовика. А, скинул уже, всё, забей. Говорю, 100 патронов на пистолете, могу тебе тоже кинуть, если надо. А, давай. Чуть-чуть. 70 осталось, ну блин, это стрелять надо. Хорошо. На 62 просто. А у тебя на что? На вектор. У меня так 45 станет, сидим. Больше не, я понял. Больше не скину, 45. Хорошо, не горит пока. Факт уже кончится, будем думать. По хилам у меня одна большая аптека, все. У меня 3 больших, 15 маленьких, кстати, надо скинуть их нахуй. Скинуть тебе. Давай. Все 7 штук, 6. А, 7, понял, все, окей. По мосту пойдем? Налево, давай. Ой. Фига, это что, ну-ка скинем тупо похуй, сейчас понять не могу, это первый раз еще выстрелы такие слышу. Это не был выган. А, понял, все, окей. Ок. О, люди. Ой, что делал? Вперед фул. Ой, тут купить что-то можно. Это я что-то купил? 380. И я на потом куплю тогда. Ой, возьму, потом возьму, я возьму. Залезь ты! О, я еще впереди. Ага. О, ППХ. Возьму я. Что тут динамическая погода и динамические... А, тут зима еще, может быть. Ну, это когда разрабы ивента выпускают обычно на Новый год. Ну, как в GTA. Ты в GTA играл? Нет, но знаю игру. Типа... Здесь зима только тогда, только на Новый год обычно. Тут тоже. В GTA включает Новый год и... С какой ты патрон? Как ты вообще улучшил сейчас? Ты пушку улучшил? Да. Как? Я подобрал материалы, вот здесь валялись, они как гайки, болтики. Что? И как? Потом... О, тачка. Забей. Сейчас расскажу. Забей этого. Застройщик. Убил его. Клоуна этого. Короче, у тебя над пушкой появляется значок шестеренки. Типа ты можешь улучшать... Что? Уже оружие упало, но я его потрясу при этом. Миниган, хочешь? У меня 512! Да, я миниган забираю. Я все сейчас долбить вообще буду. Миниган на 470 патронов. Кайф, он имбовый тоже. Не, разброс большой. Ладно, ну, давай. Притык заебись. Так вот, и короче, появляются вот эти шестеренки, и ты заходишь. Зона, блядь! А, я нашел, все, нашел. Могу дробовик улучшить. Угу. А на какую кнопку улучшать? R1? Ну, переключаешь, да, на этот самый, создание предметов и на квадратик потом. А, надо на месте это делать тоже. Да. Ок, давай попробуем. Ой. Тут
короче, типа из обычной MP40 можно. Ой, или как он называется, если MP5. А, ух ты! Можно сделать лектор. О-о-о-о-о! Перед нами. Враги? Да-да-да. Не да. Перегрелся. Ты без брони его оставил. Давай. Хуя ты там, блядь. Сзади, сзади! Слева, да, точнее, сзади. Блять. Я с этим отвечал, пока не надо. Хорошо. Надо мной прямо клоун. Я щрюзаю. Так, Дейв, ебаный. Ты убил, да? Хорош. Это его тиммейт, который сверху. Я понял, я хилюсь. Очень плохо мне. Да, хилюсь. У меня дробовик фиолетовый, ой, синий. Так, сейчас. Ой-ой-ой, 100-150 кп с одного выстрела снес мне, прикинь. Он наверху, наверху сидит. Сейчас, подожди. Гнида. Наверху сидит, вот там, где я был. Зона, Дэйв. Это что такое? Это хилищая пушка, скорее всего, но забейся. Он один на 100 их убил. Уходи в эту зону, вот, фиолетово, наверное. Ага. Ну все, ты умер из зоны. Этот чел, скорее всего, тоже задохнется. Да, все, все, да. А, нет, он не сдох, он выжил. Гнида. Блять, там. Ты чё? А нафига тебя там задержать, потому что это надо? Не, я больше хочу поговорить просто. Не-не, я нажал типа Options, а именно в этот момент регала вот эта хуйня. А ты куда-то, куда-то отойдёшь, что ли, или что? Да, я покурить хочу 2 минуты. А, окей, да. Блять, а чё? Посмотри магазин предметов, может там что кайфово есть. Сейчас, мне надо кучу купить. Па-па-па-па-па. Купить, купить. Galaxy набор прикольный, девчонка тоже. Купить. Купить. Не хватает. Вот что покупаешь? Да тут за звезды можно покупать халявные штуки из боевого пропуска. И в эти штуки входят в баксы. Короче, боевой пропуск заходишь. Я знаю, я уже... Да. Я в баксы там хочу просто купить за эти звезды. Магазин предметов. А по Марвелу есть вообще ничего, нет? А, тут вот по DC есть Джокер. Какой Джокер, хуйня, мне не нравится. Нет, не нравится? DC не очень люблю. Ну, Марвел, конечно, круче. Galaxy. Ооо, че по Марвелу вообще что ли ничего идет? Один на том идет. Ты куришь? Да. Забирай скорей. У нас тиммейт, но лошадь, короче, с ним играем. Да. Чего, чего, чего? Ничего не слышу, подожди. Так, говори. У нас, говорю, тиммейт, ну, Вовчик, с которым мы играем, ну, тоже с Камчей втроем, я, Дэнни и Вовчик. И, короче, он вчера вечером увидел то, что мы играем в Fortnite вдвоем, он нам написал, вы что, ебанулись, нахуй? Пиздец. Из друзей не удалил? Да не, ну, почему? Ты поперечного не смотришь? Ну так. Он недавно там тачку купил. Вот это последнее то, что я видел. Ну я просто смотрел его подкаст какой-то с кем-то. Какой-то скилл. Потому что он с женой Fortnite хуярит постоянно.
Что, хочешь ему предложить, что ли? Да не, я просто тебе говорю, ну. Блядь, я поспал вообще хуйню. Я лег в 4 утра, мы до 4 утра играли, так нет. Я гулял вчера. Фу. Нормально? Чё, да? С девчонками с новой школы, блядь. Только холодно под вечер становится, пиздец. До 2 градуса опускается температура. Я недавно куртку с шапкой такие охуенные купил, блядь. Дня 2 назад, наверное, белую Коламбию, бело-серую. И шапку низкую, черную. Короткую? В смысле короткую. Какая, в смысле, просто на макушку? Ну да, ты как думал? Ну здесь в гондонках кто-то ходит, кто-то так, блядь, ходит. Гондонк, это что такое? Ну, загугли. В смысле, как плевок, что ли, или что? Нет. А как? Ну, типа, висячая, так, ну, такая, с подворотом и вверх. Вверх? Ну, у меня вот частично такая, у меня назад она. Немножечко. Как колпак, короче, но она... Ну, гандон, как это называется. Ну, она, блядь, он, колпак вообще не длинный, нифига, он там вообще короткий. А вот куртка мне очень нравится. Ну да, хули, must have. Куртку родили, подарили, а шапку же я покупал. То, что, ну, захотелось. Под стелечек, нормально. Как-то быть сфоткаюсь, может быть, спину. Куртка Коламбии. Коламбия Пикчерс не представляет. Он не представляет, как это вообще возможно. А что это впереди за корабль такой разбитый? Это вот упал Веном с него, вроде. Карнаж, а вот эти... Не-не-не, а, ну да, вот эти вот то, что фиолетовые, это я... типа... Если что, я вылетел, просто так говорю. Туда долетишь, Дэйв? Да-да-да. Ролик не смотрел вступительный? Не. Слушай, возможно, гандон, когда, кстати, оно называется. По-моему, так. Не, у меня тоже такие. Но новую тур. Блять, я в галерею ездил. Галерея в Питере — это самый такой топовый торговый центр, короче. Все бренды, хуя. Ну и короче, я тоже ездил на тех выходных, купил себе пару джинс. Кофту, джинс тоже, да. Для футболки. Я купил такие... кофту, да, обычную, потом толстовку с капюшоном, потом у меня чел. Затем купил, короче, джемпер от Фила. Хочешь, я тебе скину? Скинь, помощь мне нужна. Фул твоя. Он за мной бежит. Дэйв. Хорошо. Убьешь? Да, давай, да. У меня оружия нету просто, да. Есть. Хорошо, я почти похилюсь. У меня 10 патронов. Хорошо, хилс. Просто уведи его в дом внутрь. Сам иди в дом внутрь, он за тобой пойдет. А, понял, ок. Отойди, я прикрою, отойди. Давай, фул, забьем его. Я 0 дал. А вон тиммейт бегает. В центре. Залетов. Еще сзади иду. Я не могу залезть, у меня материалов нету. Что посмотрится. Ой, давай перед. Сэрен. Нормально. Умер просто. Аптеку. Дал аптеку. А, сейчас дам, секунду одну. Давай залутаем дом. Тут сверху сундук, ой. Вон, все хилис. Сейчас я верхний вот этот проломаю, хрень. Давай. Дайте щиты, где-то. Потерял ты. Дверь закрой, тепло не трать. Ой, закрой. Я готов. Да? Да. Погнали. Справа. Вот у нас.
Меня заползет. Сверху, сверху еще. Вот это сверх. Дернишь его? Нет. Блять. Спустился, бежит. Гранаты кидает. А я убру сейчас. Нет, не вру. Подбегает. Ты убил его? Да. Я 4 граната кинул. Две стерики просто. О, Супермен. Сейчас. Тебе в инст кинуть. Да, это имба была, конечно. Может, еще одну карточку в Apex пойду? Я, наверное, гулять уже сегодня не пойду. Буду уроки делать, дочилить. Я тогда Риму в тусовку приглашу. Ну, этот, паблики пойдем, не рейтинг. Или можно этот, аренки. Я хочу Мидман получить, мне чуть-чуть осталось. Да, надо арена поиграть будет. Кинул тебя, инст. Чей? Твой? Что скинул? Ну, то, что купил. Купил? А, нет. У меня телефон не при мне сейчас. Сейчас поищу. Секунду. Пода светил. Ты где? А вот смотри на мой этот паршиц. Сокол, типа. Блять, не вижу тебя. Ты вот под тобой прямо. Вот возле тебя. Нет. А куда ты не туда полетел? Блин, я вот это дом, короче. Со мной чел будет. Ну, я видел. А у меня оружия нет, как обычно. Я иду. Граната. Ебаный враг. Дробовик. Ну хотя бы что-то. Блять. Сюда идем? Подожди, сейчас я сдултаюсь. Угу. А, у меня дробовик в целом, да. Леди, да? Иду. Да. Сейчас чек сломаю-то. У тебя? Убрал. Хорош. Жаска. Девочка симпатичная, жалко. Кого жалко? Девочка. 301. Ой. Сорян, все забрал. Вот аптека. Ой, тихо, при нами. Вот стрельба идет при нами прямо. Я слышу. Ага. Тогда я застрял. Вон еще. Вот там раздобажил. Вот да. Вот слева теперь. Я хилюсь, я ушел. Это ладно, я пойду за пистолетом пулеметом назад. Или ты взял его уже? Нет. Пистолет пулемет. А, вот он. Все нашел. Закидывай гранатами, фул. Не спеши. Я иду. Я у них. Блин, сейчас. Сейчас. Они где? Воу, что? Вон там стрельба идет. Сейчас. А тут они все попропадали куда-то. А вот они, да, там. Там зверь убил, по-моему, кого-то. Да. Или кто-то кого-то, блядь, непонятно, короче, ладно, я к ним поехал. Чё там, лут рассыпался кого-то. А, нет, у меня на крыше, на той, вот на той. Я понял. Ой, без броди. Ног. Хорош, пойду добью. Там еще кто-то строится, слышишь? Мы этого. Убил. Нормально. Да.
Блин, патронов нету на этот. Скидываю пулемет. Ой, этот автомат, патронов на него нет, потому что... Ой. Фомас может забрать, вот еще 7. А, не, не хочу. Сейчас я это самое... Создаю оружие. Да, это же... О, твоя любимая, кстати. Какую-то твою... Ну, это твой этот вот... Крис на этот накрафтил. Ладно, садись. Я полетели еще. Ой, дай за руль, пожалуйста, это. Спасибо. Так, это надо перезарядить, это перезарядить. Ну, сзади лут видел? Да-да-да. Ну, забей, там... Чё, не надо тебе, что ли? Ну, бери ты, у тебя ж меньше. Там, вот там ещё сундук в этой хрени. Возьмёшь? Бля. Патрику? Да ты, где он? А, он под мостом, видимо, сундук. Вот лестница, вот тут. Вот. Откроешь? Мистер Дэдпул. Спешит на помощь. Смотрел вторую часть? Да я все части смотрел, ну все две, да. Комикс читал? А мультики смотрел? А я в игру играл? Да, в игру играл, кстати. Комиксы не читал. Там давай, еще под этим этот есть сундук под мостом. Да похуй. Так, ну мы в центре практически. Да и пофиг. Вот здесь не Ну давай вот сюда вот, да. Давай по дороге поедем, а потому что. А, пересаживайся в тачку тогда. Я вот эту тачку возьму. Я все топливо потратил, забей. А куда мы идем? А, понял. Угу. Просто изучить локацию надо. Это же самое, где ты меня рисовал на маяке, помнишь? А у меня серая почему-то она. Ну это не та же самая, типа по строению та же самая, а так-то нет. Я понял. И тут кто-то был уже, кстати. По-моему, да. Сундуки где легендарная. Ой. Сундуки открыты, засада тут как-то было бесполезно. Можно свалять нафиг из сюда. Вот тачка. А, вот батут. Давай на батуте еще. Давай. Вот туда вот. Блять, упал. А, вот он. А, ну да, типа того. Только патронов у меня соточка. Все, сейчас я их, скорее всего, все потрачу. Блин, ну, я смысл вижу, но никогда с них нормально лута не получалось, честно. Я не знаю, я тогда что-то прям вошел. Я хп потерял. Здесь чуваки. Где? Ходят, да? А, все, понял. А монстров нет, да, надеюсь? Монстры а, есть. Все, что ты делал? Чел, да? А, да, понял. Да. Я ну, не могу запрыгнуть, нет. Я запрыгнуть не могу. Нельзя использовать постройки даже здесь, прикинь. Да, кайф. А я не могу запрыгнуть к себе. Как тебе запрыгнуть? Да блять! Я не могу на ёбаную крышу запрыгнуть, что за хуйня? Ну ещё раз, мне вот ничего не упало на самом деле. О-о-о. Бери. Чё это? Ой, вышли большие. Нет? Нет. А. Люди? Где? Не знаю. Тут был, которого я убил, я не знаю, где он.
Ух ты, сейчас я лут упал. Ага, да. У меня патрон качается. Них собирай. Тут миниганы, нифига себе. У меня маленькая номер. Ой, тут Хирис. Чего? Как я внутри дома забрался? А! Всех убили? Нет? Они будут трясаться бесконечно, походу. Да? Слушай, я бы ушел, у меня 18 патронов, я нифига не поднялся их вообще. Вот, дом вниз, спустись ко мне. Не бесконечно. Нок один. Хорош. О, я еще один. У меня еще начал, у дыбы где-то есть. А, и меня бьют. Слышишь? Я даже по хилису не успеваю. Ты где? Я не успеваю. Я на крыше. Хилис. Тебе прыгает. Убрал, все. Чел, да? Не монстр? Да. А, хорошо. Ну я сейчас сдохну, походу. Я ухожу. Ты уходи, да, отсюда, дофиг. Че ты золотой какой-то рыбовик поделал? И вообще пофиг, видимо. Я ушел отсюда вообще нафиг. Забей. Да-да-да, я тоже, я зону ушел. А, это не дробовик, мне какую-то винтовку дали. Да-да-да, она как-то. А, дробовик я выпил случайно. А что за винтовка такая? Ну-ка, я попробую стрелять. А, 490 патронов, я не понимаю. А где дробовик ты скилл? А, вот он. Ух ты, тут люди, походу, настоящие, или нет? Не. Так, чё, куда мы идем? Давай обойдем это как-нибудь и вернемся оттуда, откуда мы пришли. Окей? Давай. А здесь для других патронов? Выйди на меня, выйди. Сейчас, подожди, я ищу патроны, мне нужны ппшные патроны. У меня 160, тебе скинуть? Так, я нафармил ему, да. Сзади. Давай. Ну видишь, с них нормально падает. У меня уже аэрочных 500 нахуй патронов. У меня тоже. И пулеметных еще. Я какой-то пулемет золотой подобрал. Так пулемет это, он для пистолета пулемета патроны нужны, как бы, маленькие, по идее. А, нет? я понял, да. Сколько у тебя их? 314. У меня 102, это я тебе скинул их, да, еще получается? Да. Тебе надо? Ну вообще да. А не хотя нет, я скинул пистолет. Дробовик надо, скинул. Подавить надо. Скинул маленький. Хотя не, забер назад. У меня на ближе, тогда только дробовик останется. Нет, скинул, все, забей. Все, забирай. Я придумался. Так, мне придрочиться к этой винтовке. Сейчас инвентарь. А я еще по хилам, у меня один щит маленький, два шпица маленьких тоже. У меня только маленький есть. Щиты есть маленькие? Нет. А шприцы? Шприцы. Ну, маленькие аптечки есть. Да. У меня два. У тебя сколько? А, ок. Скинешь одну? Да. Да, спасибо. А, бля, сейчас подожди. Ты че, наебать меня решил, да, походу? Не, ну я хотел так скинуть, нахуй, не как лапиться. Я подобрал. Блин, нам что-то надо здесь остаться, что ли, наверное, нет? Ну, на ХГ занять. Так, мы и так на ХГ, по факту. А вон, забери все. А, ты то хочешь? Ну, погнали. Туда зато, скорее всего, будет. Ебать, ты там кряхтишь. Да я тут что-то это расклеиваюсь, откисаю. А, не заберешься здесь. Ой, а есть топливо? Надо, слышишь, найти это, да, канистру. Канистру надо найти, слышишь? Да, для этой тачки. Она красная такая должна быть. Я знаю. Дура. Не, здесь ее не может быть, она на улице. Мы здесь были. О, постреляй, стреляй, да я знаю, что мы здесь были. Стрельба вот там вот. Да, вот. Вот там. Давай наверх заберемся на гору. А вот точка. Вот, на моей ветке прямо стреляются. Угу. Я готов. А вот по мне уже стреляют. По мне, суки ебучие. Ух, ебать, медали жестко. Я ухожу.
Слушай, я тоже отойду. Давай в дом уйдем. Суки парень. Садись, садись на машину. Машину не садись. Не надо, не надо. Зачем, блядь? Что это такое, блядь? Если мне пизды дадут. Давай в дом. О, все, мне уже дают. Я в дом ушел еще. Угу. Надо на крышу. Так. Блядь, крышу надо занять. Осторожно, у нас есть у нас уже есть тихо, у меня на крышу уже. Оба. Уже не на крыше, у нас спустились. Смотри, могут с любой стороны залезть. А вот. На улице. А, это этот свин забей. Но они их двое. Я понял. Блять, я упал. А, они мне построили. Это я построил, забей. А, ты? А вот да-да-да, теперь они строят. Опа. Ног. Хорош. Для тебя-то. Еще один, да? Да-да-да. Друг, у меня нету. Почти ног. Лобби нахуй. Еще. Теперь мы в лобби. Я ж не заработала почему-то. Че, в Апекс пойдем? Или нет? Это тоже